И я хочу вам, так скажем, представить еще один результат, колоссальный результат. Вы знаете, я когда читала историю этой женщины, вообще-то пыталась представить, насколько сложно было получить ей результат. Это мама пятерых детей. Прошу отметить это. Это человек, в общем-то, наверное, мог себе позволить, да, то, что она позволила. И то время, которое к результату, за которое она пришла, вы понимаете, просто на минуточку, подумайте, чего ей это стоило. Не остановило ничего. Желание быть здоровой, желание быть красивой. Вот, я вам представляю уникальную женщину в этом отношении, маму пятерых детей, героиню сегодняшнего дня, Сорокину Наталью, город Керч. Большое вам всем за то, что вы пригласили меня на это мероприятие, и за то, что есть компания NSP, которая дает людям уверенность в себе, здоровье, благополучие и признание. Это, наверное, для каждого человека важно. Да, я действительно мама пятерых детей. У меня взрослые дети, маленькие дети. Я трижды бабушка. Мне полных 48 лет. В компанию я пришла с проблемами здоровья. Пришла громко сказано, приползла. Вес 126 килограмм, полная, практически полная кислота. Многие отказывали, носила кроссовки с выломанными задниками. На мне объем талии, да, как-то больно туда смотреть. Но мои фотографии есть. Побочный эффект, да, продукции компании NSP. Я пришла за здоровьем. Я пришла потому, что у меня на руках остался еще маленький ребенок, которому сегодня 10-11 год. Дети уже старше, это старше. Но на тот момент я не ходила, я не видела, я готовилась к слепому образу жизни совсем. Но старшая дочь взяла объявление на работу, потому что много денег надо было для того, чтобы поднять больную мать, которая весит 126 килограмм, и носить ее на руках. Вот это меня заставило снова жить и наслаждаться жизнью. Конечно же, я один добытчик в семье денег, поэтому я пришла параллельно сразу и, наверное, на бизнес. Может быть, для кого-то это звучит еще, для тех, кто маленькие, не совсем. Да, болезнь и бизнес. Но наша компания, за то, что мы пользуемся продукцией компании, за то, что мы получаем собственное здоровье, вот я сейчас перед вами, и за то, что я рассказываю об этом людям, которым это надо, которые это приемлют, она нам еще выплачивает вознаграждение. Я ей очень благодарна. Я с компанией побывала уже на Кипре. Спасибо компании. Я была себе такие вещи. В этом году я уже второй раз в Киеве. И, конечно, я никогда не ожидала, что так быстро я попаду на такую большую сцену. Спасибо вам за все.